Здравствуйте! И вновь у нас очередная выставка, которая проходит в библиотеке имени Льва Николаевича Толстого. Двух замечательных авторов под названием «Состояние души». Искусство, она всегда увлекалась этим, именно собирая вот еще с советских времен такие там календари, это, допустим, там Третьяковская галерея и все. Я иногда смотрел, иногда мне это было неинтересно, но я никогда не чувствовал то, что это мое, рисовать мое я. И от нечего делать, потому что как бы я там в связи с трагическими событиями мне надо было продать в России квартиру. Я не работал, естественно, сидел, ничего не делал, продавал квартиру. И я рисовал. Мой первый рисунок, это вот акварелью, это он самый первый, наверное, на первой лежит, это висит, точнее, извините. Где зима? Вот зима, это вот, да, это я первый рисунок, который нарисовал акварелью уже осознанно так вот. Яркие, светлые, радостные, наполненные жизнью и желанием жить картины создаются вопреки всему. Сегодняшняя выставка называется «Состояние души». Для каждого художника характерен собственный творческий диапазон, в котором раскрывается его внутренний мир. В живописном каноне Али значительное место занимает изображение природы. Может быть, в семье все-таки кто-то рисовал вас? Вообще семья у меня пустая. Мама преподаватель в университете, папа старший, старший брат есть. По части творчества у нас, наверное, конечно, мама, которая занимается хендмейтом, участвует в таких ярмарках, пару изделий, любит вышивать, занимается такими дефицитными игрушками. А я до поступления в институт как-то никогда не сталкивалась с изобретительным искусством, с чем-то таким. Я даже советую больше не занималась. Дала вот это вот звучание вот этой нашей выставки, дорогие наши постановки. Спасибо вам. На самом деле, мне кажется, такие художники, которые представлены сегодня, это, знаете, такой яркий, вот видите, как вы, Сергей, сказали, у вас толчком этому явилось какое-то вот ваше такое личное событие в жизни, так часто бывает, и, видимо, это какое-то провидение, возможно. И вы знаете, сегодня, если раньше
как было во главу угла ставился профессионализм, это самое главное, да, то сегодня очень ценится как раз то, как может человек творчески в жизни относиться. Хотел это отметить и сказать вам большое спасибо за вашу смелость, за отчаянный шаг, который вы сегодня предприняли, шагнув в неизвестное, я так считаю. Вот, потому что сами не знаете, куда этот шаг вас выведет. Вот. Ну и буду краток, хочу присоединиться к всем пожеланиям, конечно. Пожелать вам, прежде всего, конечно, здоровья, вот, творческой такой начинки, которая у вас присутствует. Я думаю, что эта выставка вас подстегнет и, ну, скажу образно, вы пойдете, продолжите этот путь в поисках своего лица. Thank you.